раз на территории 167-й школы будет звенеть и звучать первый звонок, призывающий к началу учебного года. А в нашей стране начинается удивительное время, время познаний, удивительных открытий и свершений, которые предстоят, конечно же, осуществить вам. И, конечно же, этот учебный год у нас особый. Будет он завершаться не только переходом четвертых классов на вторую ступень, но и празднованием удивительного праздника. Праздника мира, добра и света. Днем Победы, которому будет исполняться 75 лет. Я желаю всем сегодня присутствующим, и самым маленьким, и уже самым взрослым четвероклассникам, и родителям, и коллегам прекрасного учебного года, мирного, солнечного вот такого неба весь год, и прекрасного настроения, не только в День знаний, когда открываются впервые после каникул двери школы, но чтобы каждый день хотелось в школу бежать, учиться и познавать. Всем вам добрый путь и счастливой дороги знаний. Приглашается 3Б класс. Класс руководитель Лидия Владимировна Колесникова. Третий Б класс. Класс руководитель Нина Ивановна Калинина. Класс руководитель Евгения Александровна Спредина. И третий Е-класс. Класс руководитель Мария Юрьевна Соломникова. Через вход со стороны мастерских приглашаются 4-й Е-класс. Класс руководитель Светлана Григорьевна Галкина. И 3Б класс, класс руководитель Елена Ивановна Коплякова. Танюша! Классы, пускай пока подготовятся. Там столпотворение немножко. Такие вы хорошие. Да, ну видишь, уже вот надо только черные очки одевать, точно. Вот ребята собрались, молодцы. Кто тут еще? Ну я вас так на видео, а потом отправлю. Красивеньких.